Всем привет, друзья, я Эверлайт, и сегодня покажу новую бета-версию Майнкрафта Patrick Edition 1.21.30.22, в которой завезли очень много новых изменений и нововведений, которые будут просто офигительны для вас. Поэтому смотрите ролик полностью, не перематывая, и подробнее про данную бета-версию можно узнать на официальном сайте ModsCraft по ссылке из описания. Что ж, это канал ModsCraft, я Эверлайт, ну и погнали, расскажу подробнее про данную бета-версию. Итак, давайте начнем с самого главного. Первое — это то, что добавлена кнопка для создания скриншотов. То есть заходите в меню и нажимаете вот на эту вот кнопочку. А по факту у меня просто стоит специальный мод, а эта кнопка будет находиться примерно вот здесь вот. Поэтому просто нажимаете на кнопку, и у вас делается скриншот. А далее вы просто заходите к себе в профиль, и там у вас будут отображаться все скриншоты. Я вам пока что не смогу это показать, но там, я думаю, вам будет все понятно. Итак, далее была добавлена команда Reload, которая заставляет всех игроков выйти из мира и снова присоединиться. И, то есть, будут перезагружены все наборы ресурсов и поведений. Это будет полезно для тех людей, у которых друзья не хотят выходить из игры по каким-то причинам. А тут вы просто прописываете команду /reload, и у вас сразу все выходят из мира и присоединяются мгновенно. То есть все намного проще. Чары с максимальным уровнем 1 больше не отображаются единицей в своем названии. Название многих предметов и блоков теперь аналогично Java Edition. Ну и теперь давайте перейдем к самому такому интересному. В предварительном техническом просмотре появилась возможность управлять параметрами воды. В предварительном техническом просмотре появилась функция реалистичных волн. И добавлены элементы управления водой в настройки отложенной графики редактора. То есть, сейчас все объясню. Вот, вы устанавливаете шейдер. Как вы знаете, на новых версиях Майнкрафта можно устанавливать RTX-шейдеры. Я это делал, и у меня реально работали RTX-шейдеры. Если хотите, я вам позже могу показать. И вот, теперь добавился новый, получается, ползунок, в котором вы можете настроить данный параметр воды. То есть, будет ли она отражаться от солнца, солнце будет ли отражаться от воды, будут ли там волны и так далее. То есть, еще более реалистичнее вы сможете сделать Майнкрафт. Профессия Stone Mason, жителя переименована в Mason. Грибная крау появляется при уровне освещенности 9 и выше. А теперь, что касаемо исправленных ошибок, тут их прям вот максимально мало. Исправлен хитбокс спавнера испытаний, и луна больше не светится в темноте. То есть и все. На этом, я думаю, можно закончить ролик на такой хорошей ноте. Больше всего мне понравилось то, что здесь можно будет управлять водой, а также и сделать скриншот без модов. То есть, вау. Ну, всем удачи, всем пока. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем бай-бай.